Привет всем! Вы на канале Leonardo the American Boy. So, these are the gifts after his birthday. Это подарки после его трехлетнего, третьего дня рождения. А почему Мишка среди сидит? Это же не подарок. Это твой друг? Это твой friend? Обними Мишку тогда. Лео с ним не расстается. Но все-таки, нам немало подарили подарок друзей. Друзья, привет всем! Это папа Илюша. We're gonna open. Мы немножко откроем подарочек. Начинаем с какого? Noah, the animals. Noah and the animals. Ной и его звери. Это история про ковчег. Иди сюда. Иди, будем смотреть. Садись папе на ручки. А Мишку тоже, да? Мишка с нами будет. Итак, как мы его смотрим? Ты знаешь, какие звери. Вот это твой любимый зверь какой? Зебра. Зебра. По-русски зебра. Зебра. И тут прикол в том, что мы открываем. Вау, крокодил! И уточки взлетели. А вот так нету крокодила, выглядывают. И тут на каждой картинке что-то происходит. Смотри, слоник вот так стоит. Крокодил. Да, смотри, слоник вот. Открываем. У-ху-ху! Улыбается слоник. В общем, здесь много происшествий, много страниц. А потом пошел дождь и буря началась. А потом все закончилось. Все счастливые звери выходят. И тут мы можем открывать. Отсюда выходит лев. That's good. И что же... Давай я тебе расскажу всю историю про Ноя и его зверей. В общем, история заключалась в том, что... Какое? По истории Бог сказал Ною... Вот обезьянка, смотри, уи-уи-уи, кушает бананы, а тут нету. Бог сказал Ною, что будет потоп по всей земле. И вот Ной начал строить ковчег. А вот это, а ты птичка. И все звери стали приходить. А вот это? Вот это птички. Открываем. Фу, хлебушек птички принесли. Ной построил ковчег, все звери помогали ему. И пришли. Вот они все сходятся. Даже с севера пришли пингвины, тигры. Кто вот это? Нашала. Медведи, bear. А вот это кто? Свинья. Свинья, а по-английски pig. Вот это Ной и его жена. А вот это кто? Бегемотики. А вот это кто? Овечка. Правильно. А вот и носорог запрятался. Носорог. Rhinoceros по-английски. А вот это кто? Кто вот это? Верблюд. Верблюдик. А вот здесь лисичка сидит на верблюдике. Фокс. По-английски лисичка будет фокс. Фокс. И вот... Там уже начался дождь, все звери испугались и пришли сюда по парам. Муж и жена. Козел и коза. Тигрица а и вот тигр. Это, что такое? А это петушок и... Курочка. Правильно, все пришли, чтобы выжить. И когда началась буря, все они сидели, ждали, пока все закончится. А вот это... Буря перекидывала ковчег справа налево, но все были в теплоте и в сохранности. А вот это? А вот это? Давай откроем, что за звездочка? Это star, написано star, значит это звездочка. А что вот здесь? Открываем арбузик. А здесь oval, это shapes, это... Формочки. Овал.
Это star. А что же вот это? Что вот это? Это triangle, треугольник. А что вот это вот? Вот это ты знаешь. Что это? Кока. Кока? Ну это circle, круг, кружок. И в итоге Ной, его жена и все звери приехали. А вот это? Это лев. А это кто? Кто это? Слоники. Слоники. Они приземлились на большую гору Арарат, и вода стала спускаться. А это что такое? Луна. Луна. Крестин. А вот это? А это? Птичка. Смотри, она прилетела, прилетела. Вот, кстати, это символ истории. Птичка прилетела и принесла Ною кусочек листья, веточки. Это значит, что уже земля появилась снова, потому что вся земля была покрыта водой, нигде не было пустого, сухого места. И Ной отпустил птичку, и она ему принесла веточку. И это значит, что появилась земля, и все стало снова расти. А это star. Star, звездочка. А вот это, что такое? Star. Вот это. Star. Вот это, вот что такое? Star. Вот это. И на последнюю страницу все звери вышли через 40 дней и 40 ночей. А вот это? Снова земля зацвела, и все звери пошли жить дальше и радовать. А сюда? Давай откроем здесь, давай. Оньк-оньк. Свиньи нашли грязь, и они радостно прыгнули в грязь, и там тусуются. Это солнышко, а вот птички. Радуга появилась. Кстати, и радуга это был первый символ, что больше такого большого потопа на земле не будет. Это обещание от Бога. И все звери радостны, и лев выходит. И жабка. И кто еще здесь? И овечки стали пить водичку. Свинки. Кого мы еще пропустили? Сквик, сквик. И мышки стали играться с бабочкой. А вот это? А давай посмотрим. О, змеи поползли по своим норам. А что здесь? А здесь коровы вышли, стали кушать травку. А здесь что такое? Мяу-мяу. Котик вышел, выспался за 40 дней. И здесь... Сова полетела. И последняя. Здесь собачки. Вуф-вуф. Гав-гав. По-английски вуф-вуф. Все. А вот и последняя. Вот она. А здесь уточки поплыли даль. И в итоге вся история закончилась на хорошей ноте. Все выжили. И так история про Ноя закончилась. Мы будем дальше учить абсолютно все фигурки с тобой. История очень классная, интерактивная. Это попугайчики. А сейчас давай со всеми попрощаемся. Скажем спасибо, друзья, что вы были с нами. Просмотрели всю историю про Ноя. Следующие подарки будем открывать очень скоро. А сейчас subscribe to our channel. Подписывайтесь на канал вместе с Мишкой. И ставьте... лайк. Bye-bye.